у Wings of Liberty был романтичный финал. Оптимистичный Джим Рейнер уходил в закат, прижимая к груди обнаженную возлюбленную. Сара Керриган из монстра превратилась в человека, два сердца объединились, и теперь ничто не мешает им жить долго и счастливо, согласно традициям чувственных женских романов. Однако в исследовательском центре к перерожденной Керриган относятся настороженно. Памятуя о ее злодеяниях, псионических способностях и буйном нраве. Она мало что помнит из жизни королевы клинков, зато по-прежнему контролирует зергов и не собирается торчать в лаборатории, угождая интересам ученых. Эта дама привыкла действовать. А ее заклятый враг Арктур Менгск, правитель человеческого доминиона, делает все возможное, чтобы она сконцентрировала на нем всю свою ярость. Морпехи Доминиона атакуют исследовательский центр и вынуждают едва оправившуюся Керриган пробиваться к выходу с боем. Но она в последнюю очередь думает о спасении. Спасать надо тех, кто оказывается у нее на пути. Керриган легко сносит сопротивление противников. Фурии проносятся по коридорам и, как бы между прочим, убивает своего первого многоэтажного босса. Она одержима ненавистью, и это чувство многократно усиливается, когда Рейнер пропадает без вести. Теперь у Керриган только одна цель – достать Менгска. И ничего, если для этого придется устроить геноцид на паре другой планет и разорвать глотки нескольким древним монстрам. Понимая, что в одиночку ей не взять столицу Доминиона, она обращается за помощью к зергам и снова объединяет это беспокойное племя. Жажда могущества сжигает ее изнутри, заставляет полностью отринуть человеческую природу, чтобы стать совершенным оружием. С каждой новой миссией Керриган становится сильнее. Щелчком пальцев взрывает танк, ленивым движением кисти подбрасывает группу солдат в воздух. Легким усилием воли устраивает локальный Армагеддон и сносит целую базу. По мере выполнения основных и необязательных заданий, она зарабатывает опыт и получает на выбор новые способности. Из-за такого всесильного героя некоторые миссии Heart of the Swarm по структуре больше напоминают классическую Dota, нежели стратегию. Войска союзников ручейками текут в сторону противника, а Керриган их поддерживает, помогает сносить укрепления, пробиваясь все дальше и дальше к главной базе. Редко позволяют в спокойном режиме строить здания и плодить войско. Керриган постоянно гоняют с места на место, заставляют собирать яйца, кормить динозавра, перехватывать вражеские корабли, словно не война идет, а какие-то диковинные спортивные соревнования. Миссии, свойственных для стратегического жанра, в которых надо вести войну на несколько фронтов или управлять парой рас одновременно, нет совсем. Зато много боссов в стиле Диабло. Сами зерги тоже развиваются. По мере прохождения под началом Керриган появляются новые виды существ. Каждый из них подвергается в дальнейшем улучшениям и трансформациям. В отдельных эволюционных миссиях зубастые монстры высаживаются на разных планетах, пожирают местных обитателей и ассимилируют их способности. Потом надо только выбрать наиболее понравившуюся мутацию. Благодаря этому часы, проведенные в Heart of the Swarm, пролетают незаметно. С увлечением следишь за судьбой Керриган, с восторгом смотришь великолепные ролики. Зерги и их королева становятся все сильнее, а возможности выбора разных способностей и мутаций позволяют немного менять тактику при повторном прохождении. Однако 20 миссий кампании совсем не готовят игроков к тому, что их ждет в мультиплеере. Там зерги ведут себя совсем иначе. Баланс не тот, правила развития другие, ко всему приходится привыкать заново. К счастью, Blizzard подготовила для чайников подробные курсы повышения квалификации из отдельных обучающих заданий. Схватки с искусственным интеллектом позволяют понять базовые принципы защиты и обороны за каждую расу. Реплеи можно смотреть одному или с друзьями, изучая тактику профессионалов и пытаясь потом повторить за ними их действия с той же скоростью. После такой подготовки не страшно соваться в онлайн, чтобы попытаться кого-нибудь победить или хотя бы достойно проиграть.
StarCraft 2 — это в первую очередь киберспортивная дисциплина. Мультиплеер является неотъемлемой и главной составляющей игры. Он и так великолепен, поэтому Heart of the Swarm оказывает на него лишь небольшое влияние, немного корректирует баланс и добавляет по паре новых видов войск к каждой расе. Прошли годы, личико Керриган округлилось, вздернутый носик, перманентный макияж и сердитые гримаски мешают воспринимать ее серьезно. Но свой взрывной характер королева клинков сохранила. В Heart of the Swarm она предстает перед нами эгоцентричной фурией, которая сносит всех на своем пути, не ведет переговоры и отрицает компромиссы. Компания разнообразна, миссии постоянно подбрасывают новые задания и условия. Керриган становится могущественнее, а зерги мутируют и развиваются. Это долгое, увлекательное приключение, которое после первого прохождения обязательно стоит повторить на более высоком уровне сложности, чтобы потом нырнуть в мультиплеер и больше не возвращаться.